на канале Мисс. Ну, нормально. Всем привет. Алиса. Всем привет. Мы на канале Мисс. Сегодня будем распаковывать вот такую пенку для ванны. Мы сегодня не просто будем ее распаковывать, мы ее будем делать собственными руками. У нас есть два набора, оранжевый и зеленый. Значит, зеленый это конфетки у нас... и клубничка. Воздушный зефир называется пена, а у Алисы оранжевая фруктовый мусс. Ничего себе! Алиска очень любит купаться в ванной с пеной. Если вы все помните, мы снимали такое видео даже. Мы меняемся, да? Да. У меня фруктовый микс, а у тебя конфетки? Да. Вот. И что это такое? Это моя любимая кукла Лол. Ну, естественно. Как мы могли ее не взять с собой? Так вот, значит, ввиду того, что Алиса очень любит у нас купаться в пенке, мы решили попробовать сделать ее собственными руками благодаря вот этим двум наборам. Давай открывать и смотреть, что там внутри вообще спрятано. Тут скотч. Я разбираю коробку, как только могу. Так, Алиса распаковала свою коробку. И у нее тут что-то уже выливается, высыпается. Это знаю. Нет, включай свет. А это что? Вот что повыливалось-то. Так, у нас здесь ядерный аромат. Чего-то, не знаю чего. Как коробка выглядит. Так, это у нас тут перчатки, я так понимаю. Чего это вы вкладыши? Так. У нас были наклейки для бутылочек. Здесь, я так понимаю, должна храниться сама пена. Так, я сейчас думаю, мы поступим следующим образом. Надо, короче говоря, Алиска все это сейчас помыть. Вот, а потом мы будем все это делать. Я несу тесто, несу! Короче говоря, Алиса думает сразу, что у нас ничего не получится. Вот. Потому что у нас во всех опытах не получается. Мы и паука делали, у нас не получился. И кристалл мы делали, у нас он не получился. Вообще не будем давать, что у нас еще не получалось. Так, ну, я не знаю, стоит ли надевать вообще вот это вот. Одевай, одевай. Оно просто... Ну, не одевай. Ребят, давайте... Тут набор всяких штучек внутри. Там красители, еще какие-то штуки. То есть я могу выбрать краситель любого цвета, как он мне понравится? Ну, я так думаю, что да. Я рада, что ты рада. У нас здесь что-то вылилось, мы не поняли, что. Короче, это будет для нас сюрпризом, видимо. Все эти баночки оставляем. Пахнет какие-то лекарства, мне напоминает. Помню, ну, пахнет достаточно вкусно. Так, давай сразу откроем вторую. Сразу откроем вторую коробку, потому что... А лимончиком понюхай. Здесь все чистенько, ничего не разлилось, и есть нормальная инструкция. Это клубничка. Так, да. Давай читать. Арбузик. Арбузик. Арбузик, так. Молоко. Ребята, мы все нюхаем сейчас. Медик. Медик. Так, здесь, в этом наборе у нас все... Что такое? Вот что у нас там разлилось. Какая-то пучка. То есть в одной из бутылок, вот в этой, с крышечкой, должно было быть содержимое, которое у нас вылилось. То есть я так понимаю, что без этого содержимого у нас может ничего и не получиться. Предлагаю чуть-чуть на то, оставить чуть-чуть на то. Да, я думаю, что это будет самый оптимальный вариант. Так, что у нас здесь? Коробочка уже... открыто.
И там все высыпано. Высыпано. Да, здесь другие цвета, да? Цвета нет, гамма. Такие же. Такие нет. Же, точно, такие покажи, же. Покажи, где вторая. Вон вот это чуть-чуть такое. Так, ты будешь надевать перчатки? Нет, я нет. Никто не будет надевать перчатки, так что можно... Да, у тебя одна палочка. Спасибо. Можно приступать. Смотрите, сколько у нас здесь колбочек, баночек. В общем, мы с тобой настоящие химики, ядерщики. И тут такие еще наклейки. Наклейки на бутылки. Так, давай, значит, читать инструкцию. Вот это основа, а вот это емкость для смешивания. Как сюда перелить половину? Ну, давай попробуем. Так, сейчас мы по запаху поймем, та ли это бутылочка. Я думаю, что та. Можно. Ну, она пахнет мылом. Так, а половина это сколько? Ну, давай на глаз. Вот столечко. Так, льем. А вдруг не столько? Она такой густой. Ух ты! Мамочка. Мама, хватит. Хватит, оно еще на ту не хватит. Нет, ну это не половина. Давай лить еще. Значит, дальше мы добавляем к мыльной основе 20 капель ароматизатора. Это что? Вот он, аромат, фруктовый микс. Давай. Аромат ананас. Аромат еще какой есть? А это красители всего, наверное. Это красители. Так, ананас и... Фруктовый микс. Ну, я давай хочу, понюхаем. Я хочу фруктовый микс. Фруктовый микс? А может, ананас вкусненько пахнет? Давай понюхаем. Давай понюхаем. Да, вот этот. Я хочу вот этот. Можно? Вкусно, да, пахнет? Да. Так, сколько мы там добавляем? 20 капель. Да, 20 капель. Давай. И раз, два, три. 4, 5, 6, 7. Ребят, 8, как настоящие химики. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Есть. Так. Что-то там какой-то пузырик вырастается, ребята, какой-то. Пузырик? Да, видите? Может, так. Это надо перемешать? Пол флакона экстракта ромашки. Что из этого у нас? Вот он, экстракт ромашки. Вот такого вот интересного цвета. Пол флакона. Опять на глаз? Да. Целый пол флакона. Фу, ребята. Почему? Ну, не запах, а цвет такой. Знаете, какой-то. Я не пойму, в какой момент у нас пол флакона. Ну, давай вот на этом остановимся. Так, и пол флакона красителя. Красителя? Краситель какой берем? Красненький или желтенький? Давай желтенький, это же ананас. Ага. Так, это же краситель, я так думаю. И красителя мы сколько там тоже добавляем? Пол флакона. Боже мой, у меня уже пальцы покрасились. Так. Вот это вот на глаз, конечно, да. Непонятно, когда там было? Эти полфлакона у нас заканчиваются. Теперь перемешиваем, да? Так, мне нужно вытереть руки. Фу, оно как вода почти только другое. Ну, как вода почти только другое. Тщательно перемешивай. А мне вот интересно, у меня, кстати, пальцы покрасились, желтые стали. Мне вот интересно, то есть у нас количество пены для ванны будет вот такое? Это для какой ванночки? Для Сониной? Нет. Интересно, как оно будет пениться. Ребята, мы когда это все дело закончим, мы пойдем и продемонстрируем, да? Да, ванна. Обязательно продемонстрируем, как будет у нас выглядеть эта ванна с пеной, сделанной собственными руками. Льем. Ребят, сейчас я вам покажу поближе. Сейчас подойду. Так, а я сюда наливаю 75 миллилитров воды. Ребята, посмотрите,
Кому не видно, кому видно. Сейчас я вам покажу. Вот, видите? Ой, ой. Моя палочка. Смотри, она уже пенится. Можно попробовать помешать? Можно. Сейчас я еще... Мы добавили 75 миллилитров воды. И у нас получилось... Да нет, не надо показывать. Здесь все то же самое, только вот немножечко даже пены появилось в этой баночке. Значит, что написано дальше в инструкции? Смесь получилась жидкой, мы это видим. Можно сделать ее более густой с помощью пищевой соли. Добавляй соль маленькими порциями, не более 1/4 чайной ложки. Я хочу вкуснее. Хорошо, присаживайся, я буду добавлять соль. А ты все это будешь тщательно перемешивать. Держи палочку. Ребята, чтобы тщательно перемешать, нужно 3 палочки. 10. 1/4 чайной ложки. Ну, сколько это? Примерно вот так? Давай пробовать. Да. Меси. Хорошо, мешай. Так, буду мешать. Давай еще чуть-чуть добавим. Ребят, там пузырьки начинают. Ну, она, да, она получается уже пенится. Мы же воду добавили в мыльный раствор. По-моему, она не густеет. Ну, мама еще. Ты представляешь, на вот такую маленькую порцию у нас столько там соли, что может не стоит больше? Или мы не рискнем в этом вообще купаться-то на самом деле? Рискнем. Нет, я думаю, не стоит рисковать купаться в этом. Выливаем флакончик, вот этот. Я хочу этот сначала. Так, переливаем это дело во флакончик. И что, и пробуем еще какую-то сделать, да, для второго флакончика? Ну что, вот у нас получилась пена такого интересного цвета. Алиса говорит, что рискнула бы в этом купаться, я лично нет. Ну ты и не купайся, это же детская пена для ванны. Я думаю, мы все-таки покажем нашим зрителям, как оно будет выглядеть в воде. Да. Но купаться не будем. Пенные. Так, вот такая у нас получилась вторая пенка. Ну и, собственно... Идем. Мы закончили. Клеим наклеечки. Ты хочешь приклеить все-таки наклеечки? Ну давай приклеим. Это на красную. Мы, правда, ничего на них еще не написали, просто приклеили наклеечки. Ничего, потом напишу. Уже не на видео. Вот так вот это прикольно смотрится. Ну теперь это действительно такой флакончик какой-то прям... Профессиональный. Ну что, Алис, мы переместились в ванную. И у нас здесь уже в раковине набралась вода. Начнем с этого. С желтенького? Да. Давай начнем с желтенького. Мы хотим проверить, насколько эта пенка пенистая, да? Угу. Нет, давай выливай весь флакон. Ну, это даже не по нашим меркам. Вот так. Весь, давай, весь. Голосую за, весь. Ребят, как вот так пенится. Давай мы тогда еще хотя бы розовый добавим. Пум. Еще, мама. Еще? Ага. Еще? Да. Все. Окей. И давайте полтать. Ой, прости. Болтаем. Ну и что? Пенка есть? Да. Вкусно пахнет? Понюхайте. Понюхаем. Понюхаем. Ну,
я вам скажу так, пахнет она мылом. Таким добротным хозяйственным мылом. Вот так вот. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. А что ж такое? Ну, я тебя просто купаю. Так, варись, варись, пенка большая и маленькая. Пони пришла в бассейн. Все, теперь мы купаем пони. Ну что, я... Ля-ля-ля-ля-ля. Алиска, смотри, а вода-то окрасилась? Какой? Ну вот, не знаю, она какая-то розоватая стала. Там же краситель, вот и вода, собственно, покрасилась. Поэтому хорошо, что ты в ней сама не купаешься, а только поняшка там плавает. Ну, она розовая, розовая. Я не знаю, камера передает или нет. Но так вот, если пенку убрать, то водичка розовая. Вот такой на сегодня был эксперимент. Да, Алиска? Да. Уже вся мокрая девочка наигралась там в пенке. Ну что, давай тогда прощаться. Всем пока, ставьте лайки, если любите пену. И так просто ставьте, пишите комментарии, ждите классных розыгрышей и видео, конечно же. У нас все впереди. Пока-пока. Пока-пока. Мы вас любим.